Чебоксарцы определили, как будет выглядеть фасад аэропорта. В этом году главные воздушные ворота Чувашии ожидает реконструкция. Архитекторы из Санкт-Петербургского проектного института «Новая авиация» разработали несколько концепций внешнего оформления здания аэровокзала. Необходимо было выбрать только один вариант. Голосование проходило на портале «Открытый город». Свои предпочтения высказали более 2000 человек. Явный лидер определился сразу. За вариант номер 3 отдали голоса более половины респондентов – 53%. Теперь работа над проектом реконструкции продолжится.